Всем привет, дорогие друзья, с вами Фокс, и мы продолжаем выживать в Майнкрафте. Да, собственно, остановились мы на том, что сходили в пещеру, и это все, что осталось от наших жизней. Так, сейчас я немножко поем. Также я начал снимать софрапса, опять же, установив новые драйверы. Точнее, старые драйверы. Установив заново старые драйверы. Вот так вот, потому что с новыми у меня фрапс перестал работать, как он обычно работал. А значит, я могу... Почему хард? Норма. Немного увеличить дистанцию прорисовки, поскольку фрапс мне это позволяет. Итак, почему у меня смарт-ворк? Он на изи должен быть. Так, и сегодня мы пойдем еще раз в пещеру, но уже более подготовленными, то есть уже с полными хелсами и едой, которую, собственно, я и пошел искать. Так, там я видел корову, там вот, также там свинья есть, это тоже очень и очень хорошо. Да, я, наверное, буду наносить дамаг каменным мечом, он менее драгоценный, чем... железо. Так, все. Тебя мы убили. Тебя убьем. Хотя. Вот, я придумал кое-что. В темень. Пойди сюда. Ты не хочешь есть? Ладно. Собственно, у нас сейчас ночь. Я бегу домой. Значит, я быстренько сейчас поставлю здесь white points, голубенький. Чтобы знать, где у меня находится такая вот отличная равнина. Как много пауков! Ё-моё! Пауков просто немерено. Так, а также, значит, я начал снимать фрапсом, опишитесь мне, как. Ну, нормально снимает, может мне снимать также дальше по никаму, посмотрите. А также я начал играть в Assassin's Creed 3. Да, все сказал английским тоном, но, собственно, сейчас не об этом, и я бы хотел узнать, снимать мне... мне его, то есть снимать ли прохождение его или снимать просто как я играю, то есть вот как-то так тоже подумайте, посмотрите. Так, сейчас я возвращаюсь на то место, на котором я был совсем недавно, и за мной идет крипер. Правда, крипер? Правда, крипер? Правда, крипер? Правда, крипер? Все отлично. Я раздобыл пороха малеха. И опять куча пауков. Но на этот раз они меня бить не будут. Правильно? Правильно. Так. А там лучник. Так, все, я его убил. Двух ударов. И вот, собственно, наша равнина. Так, почему коровки за мной не идут? Вот, и пошли. Как насчет загона, да? У меня есть дерево. Я сделаю загончик. Будет даже очень неплохо. Правда, коровки? Иди сюда. Так, пошла вон. Только не упадите, разбирайтесь. И вот, собственно, наш дом. Значит, надо как-то вот так вот переложить, чтобы я быстренько их обстроил. Опа. Вау, как-то пойти, не падай, не падай! Сюда. Сюда, все, поплавком. Все, плывите.
Давайте. Давайте. Все. Так, и, пожалуй, я устрою где-то здесь. Элла, Элла, сюда. Все, за мной. Так, пожалуй, где-нибудь здесь. Эй, куда ты пошла? Все. Так. Не, обратно. Обратно. Еда, видишь, еда. Еда. Идите вот сюда. Теперь вот сюда. Теперь надо вас быстро закрыть. Все, готово. Значит, а как вас накормить? Все. Накормим. Вот у нас маленькая свинюшка получилась. Что за свинюшка? Маленькая. Как тебя? Коровка. Да, маленькая коровка. Это очень даже хорошо. Я буду здесь их... Тьфу, что я делал? Я буду их здесь разводить. Да. А, собственно, я дальше иду добывать себе пищу. Там уголь. Ладно, за углем я вернусь чуть-чуть попозже. Плюс мне нужно железо, чтобы сделать кирку железную. Да. Так. Куда идем с питочком? Большой-большой секрет. Не расскажем никому. И нет. И... Так. Ой. Так, теперь мы забрались. И нифига себе их сколько тут. Ладно. Свинки. Тьфу, коровки. Чё ж я их путаю? Так. Свинка. Коровка. Свинка. Нет, это коровка. Тоже коровка. Тоже коровка. Иди сесть, страшник. Коровка. Не убегай. Стой, говорю тебе. Стой. Так. Все, отлично. И осталась у нас одна коровка. Правильно? Да, я больше нигде не вижу коровок. Значит, я сейчас еще одну свинюшку убью, и все, я пошла. Теперь можно идти и все это переваривать. Ну, на самом деле не переваривать, а жарить. Да. Сейчас мы дойдем до нашего домика, все пожарим и пойдем в пещерки. Да, неплохое я место выбрал, потому что пещерок тут полно. Полным-полно. Очень много. Ноги маленькие. Маленькая. Так. Так. Так, теперь у нас свинка аж 26 штук. Значит, сейчас я землю немножко здесь подровняю. Вот так вот. Отлично, теперь берем и все это ставим вдоль и поперек. Отлично.
Например, у нас вот такая вот огромная просто ферма нашего драгоценного тростника. Мы возвращаемся к... Точнее, в наш домик. И вот здесь надо застроить. Не правда ли? Для чего я в печку положу все, что я раздобыл. Так. Все, отлично. Да, неплохо. Так, теперь. Значит, булыжники оставляю. Уголь, пожалуй, тоже оставлю. Это я оставляю. Так, дерево оставлю на всякий случай. Даже возьму несколько. Так, все, пусть оно варится, жарится. А я сейчас, пока оно все варится, я пропущу. В общем, я решил не пропускать. А пойти что-нибудь поделать. К примеру. Во, собрать вот это. Оп. И росточков не выпало. Какая досада. Ладно. Значит, мы сейчас возьмем росточки, которые у нас имеются. И посадим их сюда. Таким вот образом. А у нас уже готово 5 стейков. И нужно к наступлению ночи уже пойти в пещеру. Так. Значит, я беру эти 2 стейка. Я думаю, мне хватит. Хотя мне сейчас поесть тоже надо. Так. Да, вряд ли я сейчас успею еще в пещеру сходить. Ладно, сейчас попробуем. Так, все, я думаю, мне это достаточно. Да, все, теперь можно идти в пещеру по-быстрому. Потому что наша серия уже подходит к концу. Где мой факел? Хотя при таком-то раскладе можно их и наделать. Да. Я надел факелов, и теперь можно идти. Все, я нашел железо, которое я сейчас благополучно добуду. Все, я благополучно добыл это железо. И какого? Офигеть, ребята, офигеть! Что я нашел? Офигеть! Вайпоинтс. Сразу вайпоинтс. Окей. Все. Нафиг! Ай-яй-яй, где мой меч? Отвали. Все. Так, как-то так должно быть. Ладно, пусть будет так. Собственно, здесь я сделаю ферму. Да. Ферму. Да, Ева, я нашел тебя. Я ее нашел. И это офигительно, не правда ли? Так. Сейчас я сделаю так вот. И соберу маленько. Эй! Тю-тю! А чё, ты только один там? Окей. Раз ты один, то можно тебя и убить. Так. Собственно, у нас тут очень много мобов, насколько я слышу. И музыку я делаю потише. Хотя, в принципе, она и так стоит на минимум. Так, железо я это соберу. Это... Ну, здесь поставлю, чтобы просто не спавнились.
Так, теперь я, пожалуй, опять наделаю палочек. Так. Так. Итак, все. На 35 торчей. Что в переводе означает факелы. И у нас тут крипер. Замечательно. Просто окупительно. Просто офигеть, как круто! Йоу. Зомби-житель. Ну ладно. Опять железо. Чё ты, а? Ай-я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 й
ё-моё. Откуда только? Ну ладно. Так, значит, я соберу железо, и у меня уже 14 железа всего лишь. О, подстало. Да, хорошо, что я сделал себе железную броню. Что мне это в будущем очень сильно сгодится. Да и сейчас, в принципе, очень даже сгождается. Так, соберу все это. Ууу, под себя чуть не копнул. Ладно. Теперь я кину туда факел. А, и сразу на него побежали. Отвалите. А опять железо. Джефф что-то, походу, в коде перепутал. Что-то он сильно много железа поставил. Потому что железо у меня просто немерено. Так. Ой, уголёчек. Идите, мне все равно уровень нужен. Да, отвали ты. Так, ну вы видели, сколько книжек. Флейм один. А, что за подстава? И здесь пещерка уходит вглубь. И это хорошо, потому что серия подходит к концу, а алмазы находятся на 13 этаже. Я надеюсь, что скоро их встречу. А на этом я с вами прощаюсь и говорю, если вы здесь впервые, вы можете подписаться на канал, позвать друзей. А с вами был Фокс. Всем удачи, всем пока. А также ответьте на вопросы, снимать ли мне Assassin's Creed 3 или снимать ли мне, опять же, Бандикамом. Да, жду ваших ответов в комментариях. И, собственно, я на этом прощаюсь. Всем удачи, всем пока.